Ну, очень простой способ, чтобы остаться в стороне от всей этой такой журналистической политической возне. Потому что в любом случае политика – это грязная вещь. Как бы ее ни, кто бы ее ни преподносил, с каких позиций, но это, конечно, это грязь. Поэтому человек, труженик, он должен чем? В первую очередь, он должен заниматься своей профессией конкретной. Он должен заниматься делом, которое ему по жизни предначертано, к которому относится с любовью. Если каждый в нашей стране будет заниматься именно своим трудом, которым он должен заниматься, то для не будет основы для того, чтобы всевозможная вот такая, как говорится, информация, которая бы разбалтывала общество, чтобы она находила основу для поддержания. Потому что люди на это не будут обращать внимания. Как бы там какие бы там слои там, или прессы не занимались целенаправленно, они не будут получать основу, нет, не будет слушателей, которые захотят и хочет их слушать. Потому что человек будет занят своим делом, хлебороб будет выращивать хлеб, пекарь будет хлеб печь его, токарь-слесарь будет стоять у станка. Но, конечно, все для всего это надо, чтобы было налажено материально-финансовое отношение. То есть человек должен получать за твой труд достойные деньги. Все, и тогда человек скажет, да нафиг мне нужно все это, я лучше буду заниматься своим любимым делом, обеспечу свою семью, достойно отдохну, воспитаю детей, дай образование, чем слушать всю эту болтовню, и, которая, может, как говорится, пытается меня сбить с толку. Самое главное вот это в жизни.